прямом эфире 7 канала «Новости» в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Новый взрыв в Одессе, уже второй в 2015 году. Неизвестные привели в действие взрывное устройство у входа в офис еще одной волонтерской организации. Никто не пострадал. Подробности у Александра Полуева. По словам местных жителей, взрыв на гимназической 3 прозвучал в 22:37 у входа в офис Координационного совета Евромайдана, который в том числе занимался сбором гуманитарной помощи украинским военным в зону АТО. Никто не пострадал. Взрывом разворотило ролеты на входной двери в здании, где расположен офис, и в доме напротив повышибало окна. На крыльце осталась воронка от взрывного устройства. Также пострадал микроавтобус, припаркованный неподалеку. Повреждений не видно. Только стекло, да, пострадало? Стекло, дверь вышибло, я уже поставил. Ну, вон там что-то, вмятина какая-то впереди, вот. Все, как бы, ну, плафон оторвал в грузовом отсеке, там. Ну, а больше как бы... Соседи говорят, предупреждения волонтерам неизвестные делали и раньше, на стенах. Я же говорю, им на стенках писали пакости, что просто хорошо, что внутри никто не был, знаете, мог кто-то ночевать или что-то. Жутко. Ну, то есть на стенках это офиса что-то писали перед этим? Так все время им писали, мы вас сожгем или сожгем, писали. Я еще думаю, как это соседи молчат, которые рядом живут. Не знаю, страшно. Волонтеры обещают продолжать свою деятельность, но уже под охраной. Мы будем продолжать работу, мы будем днем охранять и вечером будем принять. То есть будем смотреть за этим помещением. Тем временем правоохранители говорят, этот взрыв имеет общие черты с другими взрывами в волонтерском офисе на Краснова и в магазине «Патриот». На данный момент собраны вещественные доказательства на место происшествия взрывотехниками, которые исследуются. Открыто уголовное производство уже Приморским районным отделом милиции по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, квалификация террористический акт. На данный момент, как сообщили в Министерстве управления, материалы сейчас направлены в прокуратуру для определения последствий. А тем временем рабочие уже замеряют оконные проемы в поврежденных квартирах, чтобы заменить стеклопакеты. Александр Полуев, 7 канал. В Одессе неизвестный устроил пожар в отделении Миксбанка номер 28, расположенном на Посмитного. Сообщение о возгорании поступило на пульт спецлинии 101 4 января около 11 часов вечера. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание на площади в 25 квадратных метров. На ликвидацию пожара ушло чуть менее часа. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, в районе происшествия был замечен подозрительный парень. Затем они услышали звук битого стекла и хлопок, после чего молодой человек спешно покинул место возгорания. К слову, одновременно у входа в банк появилась надпись с требованием вернуть деньги. Я напомню, Миксбанк последние месяцы испытывает серьезные проблемы и практически перестал выдавать наличные своим клиентам. Но и не для всех одесситов новогодняя ночь прошла весело. На улице Новосельского, 58, из-за пожара сгорело несколько квартир. Возгорание началось в подвале, а потом огонь перекинулся выше. К счастью, обошлось без жертв. Виновником пожара жители считают мужчину, который накануне выносил имущество из подвала дома. На замечание жильцов он угрожал поджогом. Мы почувствовали запах дыма, сразу поняли, что это, скорее всего, тот подвал подожгли, кинулись туда, там уже было сильное задымление. Вызвали МЧС. МЧСники достаточно быстро, минут 15, но уже они не могли быстро локализовать огонь. Тушение пожара усложнилось большой загрузкой подвального помещения и квартир, которые находятся над подвальным помещением. И с конструкцией самого дома, так как дом старой постройки, пошло распространение огня по пустотам. На месте пожара работало 6 единиц пожарной техники и 24 спасателя. В результате пожара огонь полностью уничтожил 3 квартиры. В Одессе открылись пункты обогрева для людей без определенного места жительства. Пока их всего 2. Один на Старосенной площади, другой на улице Жюля-Кюри. Для бездомных такие палатки становятся единственным спасением от мороза. Как работают пункты обогрева и кто собирается в них зимовать, расскажет Юлия Федорова.
Мобильный пункт обогрева представляет собой огромную палатку с печкой, деревянными столами и скамейками. На полу лежат теплые вещи и одеяло. В середине тепло. Одни едят, другие пьют чай, третьи просто греются. Мы-то топим, греемся нормально. Сидеть в палатке можно хоть круглосуточно и выпить столько чая, сколько захочется. Кипятка здесь хватит на всех. Здесь так же само стоит такой же самый отопитель. Бак так же само подогревается. Тут это уже пустой, этот полный греется. Сейчас людям чай будем давать. Полевая кухня и палатка для ночлега хорошо отапливается. Дровами запаслись до конца зимы. Чай, печенье обогреваем, кормим, горячее питье. Ездим поспать. То есть пока морозы, чем можем, тем помогаем. А здесь они и ночуют, здесь они и днюют, все полностью. Здесь постоянно кухня работает, кухня постоянно отапливается. И у них помещение тоже постоянно отапливается. Кровати в палатке нет. Матрасы кладут прямо на деревянный настил. Сверху укрываются одеялами. Холодно, но гораздо лучше, чем на улице. Если бы я не была сейчас здесь, я бы спала на улице, на снегу. Пункт обогрева открыт в первую очередь для людей без прописки и паспорта. Но сюда пускают всех замерзших и голодных. В районе вокзала таких людей десятки и даже сотни. Зима, ну, зашел погреться, денег нет, поэтому хоть так. Здесь дежурят медики и сотрудники милиции. В пункте обогрева есть свой закон. Нельзя употреблять спиртное, кричать и выяснять отношения. Поэтому в палатке всегда тихо и спокойно. У нас кормят, поят, одевают, приносят продукты. Дрова приносят. Все хорошо у нас. В одной такой палатке поместится не больше 70 человек. Это если привезти двухъярусные кровати. На улицах Одессы скитаются тысячи бомжей. И они предоставлены сами себе. Конечно, очень тяжело. Холодно. Работы практически нет. Кто где? Кто по люкам? Кто по контейнерам? В нынешнем году в Одессе открыто только два пункта обогрева. В 2013-м они были в каждом районе города и несколько десятков по области. Юлия Федорова, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Министерство инфраструктуры проводит служебное расследование инцидента в Николаеве, где проводница поезда Одесса-Запорожье не впустила в вагон четверых военнослужащих. Свидетелями инцидента стали волонтеры, которые провожали военных. В ведомстве пообещали принять соответствующие меры и привлечь виновных к ответственности. Я отмечу, что бойцы 28-й механизированной бригады возвращались из отпуска в зону АТО. Едва не лишились жизни из-за ювелирных украшений. Сразу несколько пожилых женщин пострадали от рук грабителя на улице Щерса за последние полторы недели. Злоумышленник не только отбирал сережки и цепочки, но и жестоко избивал. По оценкам врачей, пострадавшие женщины находятся в состоянии средней степени тяжести. С потерпевшими общался наш корреспондент. Жертв грабитель выбирал прямо здесь, на улице средь бела дня. Следовал за ними во двор, где и происходило нападение. 3 января в 10 утра Галина шла к родным. Вместе с ней молодой человек зашел в подъезд и там начал жестоко ее избивать. Забрал сережки. Женщина теперь разговаривает с огромным трудом. Все могло завершиться хуже, поэтому они с мужем попросили не показывать их лиц. На ее счастье спасло ее, может быть, то, что она момент какой-то сумела нажать на звонок первого этажа соседей. Вышли одни соседи, потом послышали шум вторых соседей, там начали крики, и он убежал. Милиция приехала быстро, но грабителя уже и след простыл. Милиция поставила вопрос, что это так ограбление, что это вроде сережки, но вы понимаете, что никакие сережки не могут стоить человеческой жизни. Лечащий врач говорит, для полного восстановления женщине необходима операция и около месяца реабилитации. У нее повреждена одна из гайморовых пазух, перелом лицевой кости, на лице большой отек. Вторая со скольчатым переломом наружной стенки полностью заполнена кровью. То есть тут необходимо делать репозицию отломков, чтобы восстановить косметику нормальную лица, воздухоносность пазух и так далее. То есть, хотя здесь тоже поломано.
Еще одна женщина в соседней палате говорить на камеру отказалась. У нее аналогичные травмы. На нее грабитель также напал днем, 27 декабря. Отобрал сережки. У нас была больная 84 лет, у которой просто были, как она говорила, копеечные сережки, одиноко. Вырвали эту серьгу вместе с ушной раковиной. Вот она уже выписана домой. Исключением из правила стало нападение на продавщицу магазина прямо на рабочем месте. Все на той же улице Щерса в том же микрорайоне. Милиция данную ситуацию не комментирует. Андрей Цыганков, Валентин Мир, за 7 канал. С 6 января вводится новая схема движения 200-й маршрутки. Об этом сообщил Департамент транспорта Одесского горсовета. Конечная остановка данного транспорта переносится с улицы Старопортофранковской к ЖД вокзалу. По словам представителей департамента, причиной переноса конечной стало снижение пассажиропотока. Оперный театр и здание мэрии стали съедобными. Все это благодаря усилиям кондитеров, которые приняли участие в выставке пряничных домиков, открывшейся в Одессе в арт-центре Коробчинского. Подробности у Александра Полуева. Внутрь этого домика там настоящая новогодняя елка, там играют дети. И Санта-Клаус кинул через дымоход подарки. Это все можно увидеть и найти. В Одессе открылась уникальная для Украины выставка «Пряничный город». Кондитеры, профессионалы и повары-любители сделали 41 произведение кондитерского искусства. Здесь и Эйфелева башня, и Одесский оперный театр, и даже здание мэрии на Думской. В прошлом году, когда мы участвовали в этой же выставке, была предложена тема на этот год, как бы одесская архитектура. Так как сейчас праздники, мы решили сделать, как бы, первая идея это была елка, ну, чтобы елка была и, ну, одесситы, короче, вокруг елки. А потом уже, где же у нас стоит елка, конечно же, возле мэрии. Вот так появилась идея сделать здание мэрии. Оно все съедобное, само здание сделано из пряника и оформлено глазурью, которая состоит из пудры и белка. Анастасия Переселенко из Донецка свою мечту решила воплотить у себя на кухне, чтобы порадовать взор посетителей выставки. Здесь я сделала на выставку пряничную кондитерскую. Это, скажем так, полумечты, полупланы того, что я хочу здесь, в Одессе, в каком направлении хочу развиваться. Потому что кухни моей уже не хватает на всех желающих сладкоежек полакомиться. Вот. И поэтому решила в этот раз в этой работе воплотить свои мечты. Каждая деталь, каждый элемент выставочных экспонатов съедобен, говорят участники. Только вот пробовать не рекомендуют. Во-первых, изделия не упакованы. Во-вторых, не стоит раньше времени разрушать такую красоту. А цель выставки – это привлечение туристов в Одессу зимой. Очень много приезжает к нам летом купаться в море. Мы хотим, чтобы вся Украина, вся Европа приезжала в Украину зимой и видела, что в Одессе есть что посмотреть и зимой, и летом. Выставка продлится до 11 января, а после ее закрытия часть экспонатов планируют продать на благотворительном аукционе. Александр Полуев, Сергей Чумаков, 7 канал. Ну а в сквере Гамова уже встречают Рождество. Здесь развернулись народные гуляния и городская ярмарка под открытым небом. Гостей встречают костюмированные библейские персонажи, а всех детей кормят всевозможными рождественскими угощениями. Юлия Федорова ощутила атмосферу праздника. В сквере Гамова шумно и весело. Здесь поют песни, водят хороводы и накрывают праздничные столы. Представлены кухни разных народов. Горячий казацкий кулеш на костре идет на расхват, ведь он сварен по настоящему старинному рецепту. Картошка, пшено, зажарка, лук с морковкой, тушенка, яйца. Народную рождественскую ярмарку устроил благотворительный фонд «Добрый самарянин». Основная ее цель – дать возможность всем гостям проникнуться атмосферой великого праздника. Для детей из интернатов и приютов области, а также семей зоны АТО организованы концерты, спектакли и мастер-классы. Все малыши уходят с подарками и угощениями. Те дети, которые не могут побывать на празднике, мы их привозим с детских домов, находим спонсоров, готовим именные подарки, сотни именных или в общем подарки. Ну, здесь кормим их, делаем экскурсию, делаем им праздник.
Прямо здесь выстроили масштабный Вифлеемский городок. Здесь Мария и Иосиф, склонившиеся над колыбелью младенца. Волхвы, пастухи и мудрецы, а также настоящие овцы, ягнята, теленок и осел. Познакомиться с ними легко и просто. Я первый раз вижу Осика, хотя он мне язык показывает, так нечестно. Мы изучаем планеты, мы разные. Вот у нас есть небольшой планетарий, некоторые колбочки, как алхимию делаем, створяем опыты разные. А это римские легионеры. Одесский клуб реконструкторов подготовил уникальные костюмы. В воссоздании исторического облика солдат принимали участие историки и археологи. Это те римские солдаты, которые стояли в гарнизонах в начале II века по Северному Причерноморью. В том числе и в Белгород-Днестровске, и наверняка заходили на поселение, которое стояло на месте города Одессы. На мне доспех Лорика Хамата, это кольчуга из клепанных и цельных колец, вот, которая защищала от стрел, от ударов. Целый квартал на ярмарке занимает украинский городок. Здесь сладкая выпечка, калачи, пряники и, конечно, вкуснейшее сало. Рядом ярмарка изделий народных мастеров. Саме наші предки, вони славилися своїми виробами, своїми глеченками, кувшинами. І ці, наприклад, вироби, ось, наприклад, можна навіть подивитися на цей розпис. Саме ці розписи, оця мисочка взагалі зроблена є з глини. І оцей розпис, кожен значок, він ще повинен означає свій символ, свій атрибут. Уже 7 января ярмарка продолжится фестивалем колядок. Он будет проходить с 2 часов дня. Более десятка самобытных коллективов исполнят традиционные народные колядки. Они соберутся в горсаду в аутентичных костюмах и научат петь зимние праздничные песни всех желающих. Юлия Федорова, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. По состоянию на сегодняшнее утро ситуация в южных регионах Украины стабилизировалась. Обеспечено бесперебойное транспортное сообщение. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. В частности, в Одесской области восстановлено движение на автодорогах Одесса-Кучурган и Одесса-Ильичевск. Однако в городе пока действуют ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. В свою очередь, синоптики отмечают, что подобные погодные условия в ближайшее время не повторятся. Начало недели будет довольно теплым, но вот уже к середине все изменится. Особо утепляться стоит в среду и в четверг. 7 и 8 января показатели термометров будут варьироваться от 6 до 17 градусов ниже нуля. В эти дни желательно не выезжать на автомобилях. Однако к концу недели ожидается значительное потепление и даже возможен дождь. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и берегите себя, и до встречи.